Всем привет! Сейчас специально для канала Банковский я расскажу, как заказать карту Тинькофф по телефону. У Тинькофф есть своя бесплатная горячая линия, куда вы можете позвонить и заказать карту. Причем неважно, какую карту вы захотите заказать, пусть это будет дебетовая, кредитная, либо любой другой продукт Тинькофф. Конечно же, когда вы звоните, нужно иметь при себе ваш паспорт. Оператор спросит вас, какую карту вы хотите оформить, и будет уже задавать уточняющие вопросы. Конечно же, фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес проживания, как адрес прописки, так и фактический адрес. Если, например, вы хотите заказать кредитную карту, то, конечно же, здесь вопросов будет гораздо больше, нежели бы вы хотели заказать дебетовую. Где вы работаете, сколько зарабатываете и вот такие уточняющие вопросы. Также обязательно нужно будет придумать, лучше всего заранее, кодовое слово. Кодовое слово вообще лучше куда-нибудь записать, потому что оно может вам в последующем пригодиться, например, когда вы будете блокировать карту, перевыпускать карту и многое-многое другое. Вот, в принципе, все за вас сделает оператор. Если вы не хотите, например, предварительно заказывать карту в интернете, делать этого не нужно, потому что, когда вы позвоните, оператор все сделает за вас, заполнит все анкеты, заполнит все вопросы. Делать это очень легко и просто, и, как правило, после такого звонка карту уже приносят через 1-2 дня, независимо, причем какая она, дебетовая либо кредитная. Курьер с вами свяжется и спросит вас, куда вам нужно предоставить. Он может подъехать не только по домашнему адресу, но также по адресу работы. И обязательно, опять же, вам нужно иметь при себе паспорт, потому что курьер обязательно должен сфотографировать ваш паспорт, вас, и потом эти фотографии он отправит уже непосредственно в банк. Ну и вместе с картой он предоставит вам абсолютно весь пакет документов, какие-то брошюрки, как пользоваться картой, договор, в общем, полный пакет документов. Все очень легко и просто. Ну а ссылочки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято для канала Банковский. Если оно оказалось для вас полезным, интересным, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем до свидания!